Это сейчас, когда дорога в поселок Малиновка чуть-чуть подсохла, здесь с трудом, но могут проехать автомобили и школьный автобус. А когда идут дожди, здесь все превращается в грязное месиво, и дети идут в школу пешком в резиновых сапогах. Местные жители рассказывают, раньше дороги в поселок и внутри его были заасфальтированы. Но несколько лет назад администрация Зеленоградского городского округа стала активно продавать тут участки под индивидуальное жилищное строительство. И тяжелая техника сделала дороги непроходимыми. Безобразная дорога. Детям надо, извините, но надо шлем одевать, чтобы они не побились друг от друга. Автобус болтает. Машины экстренных служб сюда не проезжают. Детей и больных людей в скорую помощь приходится нести на руках. Вон там заболел или дитя, или кто-то. И засело, и все. Скорая. Еле-еле вытащили. Ну, поэтому подпирали ее. Ужас один. Я говорю, вот случись пожар или что, никто тут не подъедет. Ничего нам не делают, только язычищем трепют. Но мы говорим, будем биться до тех пор, дело дойдет до Путина. Жители не раз обращались в районную администрацию с требованием отремонтировать дороги. Но там пообещали лишь обустроить сломанные ливневки. Однако и этого не сделано. Жители Малиновки подготовили обращение к главе региона. Если это не поможет, говорят, будут писать президенту. Ugh.